Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с моими рукодельными покупками. Для вас у меня посылочка одна, она не из Китая. Обычно я заказываю из Китая, но в этот раз я нашла очень клевый интернет-магазин, в котором огромный ассортимент тканей, да и не только тканей. Там также присутствует фурнитура. Решила заказать себе, поэтому давайте вам покажу, что же я все-таки купила. Посылка ко мне пришла за неделю, и это очень быстро. Магазин называется My Sweet Home. И в чем плюс данного магазина, чем он мне все-таки понравился, это то, что там ткани продают по сантиметрам. И мне кажется, это очень здорово, так как можно под любой проект купить ткань тютелька в тютельку, и у вас не будет много затрат и много остатков. Также на ткани там недорогая цена, цена очень привлекательная. Этим, наверное, магазин меня и привлек. И когда я совершала свою покупку, я попросила, чтобы для моих подписчиков мне предоставили промокод. Поэтому, если вы хотите заказать, то можете при заказе оставить промокод AnnaBeauty, и скидка на ваш заказ будет 8%. Давайте уже сейчас дооткрываю и покажу, что же мне все-таки пришло. Упаковано очень все хорошо, и не откроешь даже сразу. Так, с одной стороны открыла ленту, теперь еще здесь осталось. Почему я попросила промокод и попросила скидку в магазине, и для чего вообще вам говорю название магазина? У меня очень многие спрашивают, где можно купить лоскуты ткани. Я нашла отличный вариант, и поэтому спешу поделиться с вами, так как многие ищут, интересуются, и я думаю, многим это будет полезно. Открыла свою коробку, и уже краем глаза вижу, что за мою покупку мне также положили ткани в подарок, поэтому мне не терпится открыть, посмотреть, что же здесь все-таки пришло. Сейчас я все это вытащу из коробки и продолжу показ. Я знаю, сейчас многие мне напишут, что у тебя и так полно ткани, куда тебе еще, но иногда хочется не шить из лоскутов, хочется купить полноразмерный отрез и сшить из него. Поэтому я в этот раз сделала закупку тканей. Некоторые отрезы ткани я купила тютельку под свои проекты, а некоторые взяла с запасом, так как есть кое-какие мысли, что можно из этого сделать. И также очень хотелось бы из одного типа ткани сшить несколько изделий, чтобы можно было сшить комплекты. Первый тип ткани, который я хочу вам показать, это плюш минки мятного цвета. Очень тяжело передать камерой, но на самом деле он зеленцой, он не такой голубой, как кажется. При монтаже попробую скорректировать и выдать вам цвет, который есть на самом деле, если у меня, конечно, получится это сделать. Ширина ткани 150 сантиметров, а длина ткани может быть разной. Вы ее выбираете под свое изделие, сколько вам нужно, то и заказываете. Плотность ткани 240 грамм на квадратный метр. Очень приятная ткань. С обратной стороны она вот такая, а с лицевой стороны она очень приятная на ощупь, пушистая, мягкая. Покупала я ее для того, чтобы сшить детское одеяло. Также в тандеме для этой ткани взяла другую, ее покажу чуть позже. Далее, следующая ткань, которую я хочу вам показать, она называется Canvas. Ее я брала для того, чтобы сшить сумку. Выглядит она вот таким образом. Очень приятный цвет ткани. Что-то такое хиппи мне напоминает, не знаю, свобода и все прочее. Ткань очень плотная, это 100% хлопок. Плотность ткани 230 грамм на квадратный метр. Ширина и длина может быть разной, так как в магазине представлены разные размеры, и вы можете выбрать также под свое изделие. С обратной стороны ткань обыкновенная, без рисунка. С одной стороны рисунок. Ткань очень плотная, что-то похожее на мешковину. Очень хорошо, мне кажется, подойдет, если вы будете сшить какое-то плотное покрывало, такое, чтобы на века. Также отлично подойдет для диванных подушек или для обивки мебели, как мне кажется. Лично я брала для сумки, так как ткань очень крепкая. Мне кажется, она выдержит многое. Отрез у меня здесь огромный. Планирую шить не только сумку, может быть, что-то еще. Поэтому взяла много из запаса. Далее, давайте уже перейдем ко второму пакету. Первый пакетик у меня закончился. Сейчас я его тоже открою. Не хочется мне ничего отрезать, открывать. Просто порвала пакет и все. Вот, кстати, ткань, которую я заказала для того, чтобы использовать в тандеме с плюшем. Это у нас 100% хлопок. Плотность ткани 130 грамм на квадратный метр. Ширина ткани 1,60 м. Длина может быть той, которую вам нужно. Вот такая ткань. Очень красивой расцветки. Мне кажется, клево будет сочетаться с плюшем. Вообще здорово. Как уже сказала ранее, я из этой ткани планирую шить детское одеяло, поэтому ждите моих мастер-классов, скоро они появятся, так как
Я, наверное, приступлю шить прямо сегодня, так как очень хочется сшить одеялко и пользоваться им начать прямо сейчас, поэтому я не буду с этим затягивать. Красивые ткани. Я думаю, изделие будет готово буквально через пару часов. Далее, следующая ткань, которую мне хочется вам показать, это трикотаж. Состав ткани 95% хлопок, 5% эластан. Не сказать, чтобы она прям сильно тянулась, но тянется. Также возвращается в свою форму, тянется в обе стороны, так как это трикотажная ткань. С обратной стороны она однотонная, а с лицевой нанесен рисунок. Ширина ткани 150 сантиметров, длина может быть той, которую вы захотите, сами можете выбрать также. Пока не буду говорить, что я планирую сшить из этой ткани, не буду выдавать всех своих спойлеров. Пусть для вас что-то останется в тайне. Как бы, так сказать, подогрей интерес. Но как закончу с одеялом, думаю, сразу же примусь за эту тканюшу. Далее, следующая ткань, которую мне хочется вам показать, это 100% хлопок. Хотя кажется, что трикотаж, нет, это хлопковая ткань. Плотность ткани 140 грамм на квадратный метр. Ширина ткани 110 сантиметров. Вот такая тканюша, очень приятная. Вот они, от кромки до кромки. Меня привлекла эта ткань, так как очень похожа на джинсу. Но на самом деле это хлопковая ткань. И шить будет из нее одно удовольствие. Далее, следующая ткань, которую вам хочу показать, это тоже трикотаж. Вот такие птички. У меня здесь не так много, так как я планирую шить небольшое изделие, поэтому взяла всего ничего, 45 сантиметров. Состав 95% хлопок, 5% эластан, тоже все очень хорошо тянется и также возвращается в свою форму. Рисунок не трескается. Ширина ткани 1,50 м. И последние две тканюшки, которые я вам покажу, я их не заказывала, поэтому я даже не знаю плотность, не знаю ничего такого. Мне их положили в подарок, но я вам, конечно же, тоже их покажу. Может быть, кому-то понравится. Мне лично такие расцветочки нравятся очень и очень. Мне кажется, что даже используя две расцветки, можно шить какое-либо замечательное изделие. Поэтому большое спасибо магазину, большое спасибо тому, кто положил мне это в подарок. Я, конечно же, использую это в своих работах. Очень люблю, когда кладут подарки. Вообще, кто их не любит? Мне кажется, любит любой человек, когда, кроме того, что он купил, еще и подарочки кладут. И вторая тканюшка вот такой расцветки, тоже хлопковая. Сбоку у нас вот такая кромочка. Ширина ткани, мне кажется, 1,20 м, а длина тут, наверное, 45 сантиметров. Уже выключила камеру, начала все складывать и стала проверять ткани. И, как мне кажется, эта ткань немножечко с эластаном, чуть-чуть как будто играет. Но можно сказать, что практически и нету. Чуть-чуть, прям совсем-совсем, капельку. Вот она как бы чуть-чуть пружинит, я думаю, видно. Прям совсем, там, наверное, 2%, может быть, а то и меньше. Хотя, наверное, меньше, потому что здесь 5%. И довольно-таки эластичная ткань получается. Тут, можно сказать, эластан-то практически нет. Но чуть-чуть ткань эластичная. Прям капельку. На этом у меня все. Вот такая распаковка ткани у меня была сегодня для вас. Ссылочки на все ткани оставлю в описании. Постараюсь даже найти ссылочки на те ткани, которые мне положили в подарок. Остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Если все-таки вы захотите заказать, не забудьте оставить промокод. Я думаю, вам будет очень приятно получить скидку. Как мне было приятно получить, окромя моей покупки, также ткани в подарок. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.